Вот мы с вами видим медресе, единственное здание Бухары, сохранившееся в оригинале, 17 век. Это уже медресе Улугбек, 15 век. Улугбека? Да. Тимуридов? Да, да, да. Внук Тимура. Внук Амира Тимура. Это медресе Улугбек в 15 веке был центр науки. Это современная академия. Здесь жили и работали самые известные математики, астрономы тех времен. Мирза Улугбек во время своего правления построил 3 медресе. 2 в Бухаре, 1 в Самарканде. Это Самарканде в Регистане. 2 в Бухаре. Самый древний, вот этот. Самый большой в Самарканде. Вот. Стиле астрального характера. Он, Мирза Улугбек, был астроном, как бы совпадал с его мировоззрением. На воротах медресе, написаны слова из Корана на арабском языке. Стремление к знанию, обязано с каждого мусульманина и мусульманки. Это написал Мирза Улугбек в 15 веке. Это оригинал находится в Санкт-Петербурге, это как бы копия, да? Да, да. Красота. Потом